Никулинский суд назначил на 26 сентября предварительное слушание по уголовному делу в отношении вора в законе Захария Калашова по кличке Шакро Молодой и криминального авторитета Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец. Еще 12 обвиняемых в вымогательстве 8 миллионов рублей, возбужденному после перестрелки в кафе на улице Рождельская в декабре 2015 года. Об этом сообщили агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе суда. Предварительное слушание назначено 26 сентября в 14:30, сказал собеседник агентства, уточнив, что заседание, согласно законодательству, пройдет в закрытом режиме. В декабре 2015 года сообщники прибыли в ресторан «Эль Мэнс» на улице Рождельская и стали вымогать у его владельца 8 миллионов рублей. Угрожали насилием и уничтожением имущества. Позже в ресторане была перестрелка, по которой под стражу был взят вор в законе Захарий Калашов, также известный как Шакро Молодой. Вооруженный конфликт произошел между группами Калашова и бывшего сотрудника МВД Эдуарда Буданцева. В ходе перестрелки, в которой участвовали 10 человек, пострадали 5, двое из них впоследствии скончались. По версии следствия, члены группировки Калашова выступили на стороне дизайнера Фатимы Мисиковой, которая требовала от владельца «Эль Мэнс» Жанны Ким 8 миллионов рублей за дизайнерские услуги. Руководители ресторана, в свою очередь, обратились за помощью к Буданцеву. Помимо Калашова был арестован его помощник Андрей Кочуйков по кличке Итальянец. Среди фигурантов дела экс-сотрудник ГУСБ МВД Евгений Суржиков.